Что у вас произошло? Террористы захватили заложника. Ивановский цирк захватили террористы. По такой легенде, 16 ноября прошли командно-штабные учения «Метель-2017». Согласно легенде, 10 вооруженных террористов захватили здание цирка прямо во время представления. Угрожая убийством заложников и взрывом здания, преступники выдвинули политические требования. На территории Октябрьского района вели условный режим контртеррористической операции. К месту происшествия выдвинулись оперативники. Через несколько часов переговоры с террористами зашли в тупик. Руководитель операции, начальник УФСБ России по Ивановской области, принял решение о начале боевых действий по спасению заложников. В ходе условной спецоперации боевики были обнаружены и нейтрализованы, заложники освобождены. Подводя итоги, начальник управления Федеральной службы безопасности Ивановской области положительно оценил действия оперативников.